мы хотим расположить игровой комплекс «Адмирал», корабль. То есть это фишка такая, которой нету в городе. И вроде бы первым этапом, когда было благоустройство, назывался «Сквер мечты», и продолжение этого корабля – это тоже мечта. Депутат городского совета Наталья Красильникова рассказывает жителям о планах по благоустройству комфортной зоны отдыха, центром которой станет удивительный игровой комплекс с необычной горкой. Подарок от компании «Фосагро». Такого в городе еще нет. Горка просто прелесть. Многие бы хотели иметь такую горку у себя во дворе. Новая территория отдыха должна появиться по соседству от сквера мечты, который обустроили во дворах нескольких домов по улице Свердлова в минувшем году. Благоустроенные площадки станут логичным продолжением территории, приведенной в порядок благодаря инициативе граждан. Долго обсуждали. Было принято решение, что напротив дома Октябрьская, 42, мы ставим игровой комплекс. Вот. Дорожки продолжаются туда. За территорией Свердлова 9-13 будет расположена мини-сцены, где можно будет проводить как собрания жителей, так и, возможно, детские концерты, как это было в наши времена. И будут расположены клумбы благоустройства. Сами жители говорят, что продолжение проекта благоустройства этой внутридворовой территории – необходимость. Еще год назад здесь были заросли, через которые опасно было передвигаться, поэтому многие обходили этот участок стороной. Даже весенние субботники с участием активных жителей и работников Балаковского филиала АО «Апатит» не спасали. Поросль появлялась вновь, и вместе с ней укромные уголки для социальных компаний. Поэтому люди и просили привести запущенную территорию в порядок, и их мечта начала воплощаться в жизнь. Из окон появился такой вид прекрасный, а были сплошные заросли, были какие-то, был темный угол. А здесь как новый мир перед глазами открылся. Приятно увидеть, что здесь вечером допоздна гуляли мамочки с детками. Дети резвятся, играют. Когда соседи выходят, вот во дворе встречаются, у них первое обсуждение. Как хорошо у нас стало во дворе, посмотри. Детишки играют, все очень чисто, убирают каждый день. Как и в прошлом году, новая благоустроенная территория должна появиться здесь благодаря софинансированию. 3 миллиона – это областной бюджет, 400 тысяч – это будет бюджет муниципального образования город Балаково, 200 тысяч – это будет взнос жителей. Вот. И помимо этого будет софинансирование от компании «Фосагро» Балаковского филиала «Апатит». Несмотря на то, что второй этап благоустройства впереди, жители уже строят большие планы по использованию обновленной территории. На полосе препятствий проведут соревнования между семьями из ближайших домов, а на сцене – праздники. Запланированы здесь и первые гастроли. Хвалынский театр кукол «Лель» по приглашению компании «Фосагро» покажет спектакль для маленьких зрителей.